думаете, что полезнее, помидор или томатная паста? Многие скажут, что помидор, ведь он свежий и в нем сохранилось больше полезных витаминов, а томатная паста уже прошла термическую обработку. Но представляете, именно при нагревании в помидорах увеличивается содержание такого антиоксиданта, как ликопин, а доказано, что это вещество снижает риск развития рака. И оказывается, есть немало овощей, которые мы едим сырыми, а лучше их есть приготовленными. И наоборот. Так готовить или не готовить картофель, брокколи, шпинат? Давайте разбираться. Александр Мирошников, нутрициолог, кандидат биологических наук. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте внесем ясность для всех любителей покулинарить на кухне. А как же правильно готовить некоторые продукты? Вот, например, картофель. Смотрите, какой красивый. Как правильно готовить картофель? Это очень популярный продукт. Обычно картофель варят, да, или жарят, но... Жареная картошечка, это святое, с грибочками. Да, но почему часто, если мы говорим все-таки о ЗОЖ, о полезности, в основном стараются сварить. Но как только мы начинаем варить, все полезные вещества, витамины, минералы, витамин С, калий, магний, начинают уходить в воду. И практически картошка становится бесполезной. Один только крахмал, амилопектин, и больше ничего. Кто любит вот суп картофельный, да, они, конечно, вот все витамины и минералы употребляют. Но если мы говорим все-таки о картофеле, то самое полезное, конечно же, его запекать. Когда мы запекаем картофель, мало того, все полезные вещества сохраняются, но и даже кальций приобретает, и калий приобретает новые формы, которые хорошо усваиваются нашим организмом. Плюс у такой картошки низкий гликемический индекс, соответственно, сахара будет меньше к нам попадать, правильно? И, соответственно, мы будем более здоровыми, да, и, соответственно, не терять эти витамины и минералы. То есть мы берем картофель, и если хотим его сварить, то только в супе. Да. А так картофель мы всегда запекаем в мундире. Да. Возьмем картофель. Так, давайте готовить следующие продукты. Давайте поговорим о брокколи и вообще, зачем нам с вами есть брокколи. Дело в том, что в брокколи есть такое вещество, которое называется сульфорафан. А что такое сульфорафан? Это вещество номер один против болезней и раковых опухолей. Чтобы сульфорафана стало больше, нужно нам с вами этот фермент, чтобы его активировать, больше кислорода. Как это сделать? Мелко порезать брокколи и оставить лежать на 90 минут. И в этот момент что нам нужно? Обязательно приготовить это на пару. А варить вообще нельзя. Вот есть же такой способ приготовления, чтобы брокколи получилось альденто, потому что так полезней. Вот прям в кипящую воду так опустить. И поднять. И поднять. Поэтому наша с вами задача либо вот опустить, да, быстренько, либо обдать паром, и будет вкусно и полезно. Поэтому брокколи, конечно же, берем. Итак, брокколи... Поняли, как готовить. А вот, кстати, шпинат. Вот говорят, что листья шпината нужно есть сырыми. Вообще, чем полезен шпинат? Здесь действующее вещество эгдостерон. Шпинат дает нам силу, выносливость и работоспособность. Поэтому что самое важное? Все фитнесеры, конечно же, полюбили шпинат, да, силовые виды спорта. Поэтому как сохранить вот эти полезные вещества, непосредственно эгдостероны и витамины, минералы, которые находятся в шпинате? Что нужно сделать? Ну, конечно же, делать салат и в сыром виде его класть. Потому что как только мы опускаем кипящую воду, либо жарим, либо парим, все равно, соответственно, вещества разваливаются, ничего полезного не получается. Хорошо. А вот чеснок, например, вот его добавляют в суп, плов, в общем, миллион способов приготовления. Но я бы не сказала, что сырым его многие едят. Да. Максимум супом. Дело в том, что чем полезен чеснок? Здесь есть такое вещество, аллицин, которые как раз противомикробные, правильно? В основном, конечно, у нас весна, осень, да, все начинают усиленно кто-то носить его, да, ну... Да, в детском саду так делали миллион лет назад. Сейчас никто так не делает. Первое, это против вампиров, да, во вторые уже против непосредственно. Тогда уберите его от меня подальше, пожалуйста. Да. Что нужно делать, чтобы этого вещества становилось еще больше, вещество становилось активнее? Нужно тушить. Вещество полностью сохраняется и даже активность его увеличивается. Это вещество обладает противомикробными действиями и, самое важное, укрепляет нашу с вами сердечно-сосудистую систему. Поэтому, конечно же, сам чеснок очень полезен. Прекрасно. Значит, чеснок мы тушим. Забираем. Забираем, да. Бобовые. Саш, посмотри, какие красивые. Ой, красота. В бобовых очень много белка и клетчатки. Поэтому уже продукт зожевский, правильно? То есть нужно использовать. Почему не такой популярный?
Потому что содержат некоторые ферменты, которые вызывают вздутие живота у большинства населения. И поэтому, конечно, все не очень любят эти продукты. Аристотель еще в свое время говорил, да, ругал бобовые. Так вот, что нужно делать, чтобы клетчатка сохранялась и белок? Долго варить. Когда мы белок начинаем долго варить, да, он денатурируется, и аминокислоты лучше усваиваются человеческим организмом. Что интересно, если мы берем нут, например, да, то его можно еще замачивать перед тем, как начнем варить. Он становится такой крупный достаточно. Да и фасоль тоже. Большой, и фасоль, да. Поэтому, конечно же, замачивают обычно, даже на ночь замачивают нут, а потом только приступают, более 2 часов начинают варить. Фасоли много не бывает, как красиво. Александр, да, спасибо большое, что рассказали мне о том, как правильно готовить продукты. Потому что, чтобы сохранить и даже приумножить пользу продукта, нужно знать не только, как их правильно есть, но и как правильно готовить. Спасибо вам большое, до свидания. До свидания. Сварить или пожарить? Вот в чем вопрос. Какой вопрос? Вам же только что рассказали, что запекать надо. Будьте здоровы, пока-пока.